Всем здравствуйте! Хочу вам подробно объяснить, как писать мне в директ. Верхняя строчка – это название моего канала в YouTube. Нижняя строчка – это адрес в Instagram. Пишите это, потом два нижних подчеркивания – Шимкен, два нижних подчеркивания – детка. Никаких пробелов быть не должно. Это просто я показала, что их два. Потому что некоторые пишут это, один нижний пробел и Шимкен. Вот это мой адрес. Пишите в директ, приглашайте на съемки, спрашивайте что-то. Через директ я могу дать номер WhatsApp, кому надо. Ну, по делам, не просто так. Қызым, саған рахмет, бізге алтындарды көрсетіп, күмістерді көрсеткенің үшін. Көп жаса, өмір жасың ұзақ болсын. YouTube-тан көріп келдім, қызым. Рахмет сендерге. Немересіне осындай әдемі алтын жалатылған, мынандай комплект алып жатыр апа. Ұнады ма сізге? Қандай жақсы ма? Иә. Товардың беті қандай жақсы ма? Өте жақсы. Жақсылығына тартсын апа. Рахмет сізге де. Жақсымайым, рахмет. Кеп тұрыңыз, клиент болыңыз, Құдай қаласа. Всем здравствуйте, всем добрый день. Сегодня мы снимаем золото Куджазира Gold. Увидела тут несколько новинок, хочу вам показать. Вот это вот в середине же стоит золото. А, вы заняты, да? Сейчас я вам пока покажу. Вот это мне понравилось. Комплект. Сколько он грамм весит? Тяжеленький, да, наверное? Который? Да вот в середине. Он цельный или полый внутри? А, цельный, да? Ага, сзади такая пластина. Так красиво смотрится. Сколько он стоит? Считать, да, будете? Считайте. Здесь все модели мне нравятся. Ну, не знаю, носила бы я или нет, но каждая по-своему красива. 219 тысяч. 219 тысяч тенге. Здесь как бублики, а кольцо внутри не полое, не густое. Вот что любит у нас молодежь. Смотрите, целый лоточек вот таких сережечек. Очень холодный синий чистый цвет. Это что за камень, Джазира? В середине. Вот над гранатом. Доставайте, доставайте. Что за камень? Прям сапфир, да, это? Сапфир. Смотрите, у него цвет чисто синий. Не с какой-то вот фиолетовой добавкой. А сколько этот комплект стоит? 330. Это же с бриллиантами? Да. Суперски. А вот еще вот золото можете забрать. Вот здесь покажу вам золото. Это жемчуг, да, такой серый? Нет, это белое золото. А, это белое золото. Под жемчуг, да, как-то сделано? И, конечно, мои любимые бриллианты. Скоро мы будем снимать золото в других городах, девочки. Пишите, пожалуйста, где в ваших городах продаются золотые изделия. Мы же не знаем, вот планируем в Тараз поехать, в Алмату, в Туркестан. Я ищу по Инстаграм, но что-то они не отвечают. То ли не могут понять, что я от них хочу, то ли боятся чего-то. Это все кольца, все итальянское. А сегодня грамм, кстати, почем? 22 тысячи за грамм. А на цепи другая цена или та же самая?
А вот этот бар сколько грамм весит? Подвесочка. Вот они, большие. Нет-нет, вот-вот, целый он. С ногами, с хвостом. Они крупные. 5,71, да. 5,71. Визиточка вам. Это владелица золотых витрин, которые мы сейчас вам показывали. Пишите по ассортименту, по ценам за грамм и так далее.